И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем с вами проходить такую замечательную игру, как Макс Пейн. Мы остановились с вами, в общем-то, на этом замечательном уровне. Нас там впереди ждут трое людей нехороших, и, в общем-то, мы сейчас будем думать, как мы будем от них избавляться, потому что что-то как-то они мне не нравятся от слова совсем. Там же они мешают мне очень сильно. Вот там вот один должен прятаться. Правда, я его что-то сейчас не вижу. Вот здесь двое, и их я вижу. Тут, кстати, есть что-нибудь? И вот надо было ему вылезти именно в тот момент, когда я пошла проверять, в общем-то. Эй! Так, не-не, налево. Так, сохранешку сделаем по-быренькому. Так, хорошо. Он там бежит ко мне, нет? Во, отлично. Второй убежал, поэтому этого некому прикрывать. Где он? Я вижу голову одного. Или их там двое? Господи, они как-то так шевелятся? По-моему, да, их там двое. Тарам-там. Пафос. Ну? Заклебали. Да, не очень удачно. А где он? А, вон он. Господи, я думал, он убежал. Ну, отлично. Хорошо. Ладно, остался один. Иди сюда, мой хороший. Вот так вот. Замечательно. Я также радовалась лечилкам только в Resident Evil. В первых трех. Особенно в первый. Ну и во второй, кстати, тоже. Но это рай. Так, по-моему, тут еще должны быть, но я могу ошибаться, возможно, их все-таки нет. Потому что тихо. Ну, конечно, никого тут не будет. Мечтай, Севен, как говорится. Так, отличненько. Он, конечно, нас зацепил так нехило. Ну ладно. Так. Тут вроде никого уж точно. Мы всех положили. Ну, в общем-то, да. Так, тут ничего? Нет. В общем-то, я, похоже, была права. Мы сейчас в порт выдвигаемся. Мы там поплаваем с вами. Если я все-таки правильно помню. Так, то самое место, кстати. Это что за звук был? Мне показалось, что кто-то говорил из бандюков. У меня уже паранойя. Так, хорошо, куда нам? Я так подозреваю... Положение быстро менялось от плохого к худшему. Я так подозреваю сюда. Значит, порт будет потом? Я ж помню, он будет. Ненавижу порт. Люди в форме пришли и ушли. Они разрисовали гостиницу мелом и обвязали желтой ленточкой, как подарок на день рождения. Охранники, которые стояли снаружи, были мертвы. В гостинице остались только Фрэнки, его люди и я. Вот интересно, они вернулись в отель, который опечатан? Зачем? Чтобы их нашли копы, которые приедут сюда с инспекцией. Забудь когда-нибудь. Об этом, понял? Забудь и все. Забудь. Полоумная кошка. Ты бы слышал, как она орала, как передать ее схватить. Пыталась прикончить тонок, прикинь. А, вот черт. Игриво. Это еще похуже того, чем Фрэнки занимается с тем бедолагой внизу. Да, умирать ей придется долго. Они говорили о Моне. Трио Пунчинелло не предвещало ничего хорошего. Как-то я не очень удачно сохранилась. Мне так нравится, как они отступают. Это вообще ржака. Ну, в общем-то... Тара-та-та-та-тара. Один. Ну, давай второй.
Прелестно. Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. Примечательно, что все опознанные на данный момент жертвы перестрелки в Блуберг-Нарек являются преступниками. У многих в крови были обнаружены большие дозы валькирина. Из компетентных источников стало известно, что среди убитых находится и Макс Пейн, хотя его тело пока не найдено. Значит, кто-то думал, что я в руках мафии и не хотел, чтобы полиция продолжала расследование. Им предъявят изуродованный труп, и дело будет закрыто. Этим источником вполне мог оказаться Дон Пунчинелло, власти бы у него хватило. Но его сведения уже явно устарели. Сделать меня преступником было мало. Пунчинелло хотел моей смерти, причем достаточно сильно, чтобы снабдить Франки специальной инструкцией по этому поводу. Макс Пейн устроил нам массу неприятностей. Я хочу, чтобы он умер как собака. Я знаю, что ты отнесешься к заданию с должным рвением. Ну, отнестись-то он отнесся, а толку? Мы все равно круче. Мы сами ему зад надрали. Так, ладно, что у нас? Так, тут у нас все открыто мною. Печаль. Так, хорошо. Куда нам идти? Ну, в баре мы были. Здесь толчок. Не пугай меня. Я же нервная. Господи, пошли, только пистолетик потратили. Ладно, черт с ним. В баре отеля было тихо, но Фрэнки был там, как и обещал. Черт, как ты умудрился выпутаться? Ждать надоело. Решил, что мы вполне можем поговорить и здесь. Пафос, пафос. Ну и сейчас меня опять не будет слышно, как в предыдущих, в сериях, где играла та же музыка. И меня сейчас убьют наверняка не один раз. Так, ну что? Какой резкий. Что-то я прихрамываю, то я уже скушала кучу всяких. Давайте-ка. Тра-та-та-та-та. Успею, я даже не знаю, где сохраниться. Так, перезарядка, конечно, бы не помешала, если бы у меня было хоть что-то. Ну, подфартило. Да что ж такое-то, а? Понятно. Фарт не сработал, да? Ну иди сюда. У меня, кстати, есть мысль. Я тут был рад. Так, первый, второй, Фрэнки, милый. Умри, пожалуйста. Давай. Давай, я верю в тебя. Офигеть, блин, жертрец, я не могу просто не убить его вообще, сколько пуль в него всадило. Как бы так... Почему? Вот жалко его нельзя убить битой, пафосно так. Ой, тихо, зря. Так. Куча пуль в молоко. Полетели, в общем. Сейчас убьет. Да. Доело. Эй! Первый Фрэнки. Фрэнки. Давай, умирай, пожалуйста. Так. Здесь мы сейчас присядем. Ага, толку. Ладно, давайте подождем, пока у нас красненькая опустится донизу. Это печально все. Нас быстро убивают. Надо как-то поймать момент. Ну, это не так-то и просто. Хочу заметить. Ну, давай, иди сюда. Задел, гад. Ну, ты что ты будешь делать с ним? Ой, ё-моё, ты что, с ума сошел, что ли? Да.
Ой, я даже не знаю. Может, попробуем одиночные игры взять? Прицельнее будет. Угу. А толку-то? Гранадоида. Так, один ушел. Ранки, ты бежишь? Давайте здесь сохранимся. Может, получится его как-нибудь привалить сюда. Ага, конечно. Да иди ты нафиг. Да шо, что такое обезьян-то резко? Не, ну это бред, я знаю. Да е... Птицкая сила. Умри, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну господи. Ну что так трудно взять и умереть? Не мне, тебе. Нет, ну это бесполезно. С дробовиком против него абсолютно. Абсолютно глупая вообще затея. В голову, Макс. Да е, корни бабай. Не трогай меня. Не трогай. Ради бога. Да что ж ты будешь делать? Слушайте, это невозможно. А-а-а! Все, нафиг. Фарт закончился. Я не знаю, что мне делать, он меня убивает. Ой, Макс, пожалуйста. Давайте где-нибудь тут сохранимся. Если что, будем его так вылавливать потихоньку. Где он там мой стул? Да вот почему именно сейчас надо было тебя выбежать? Дезерт игл. Давай, выручай. Как же. Давай. Не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу так. Да ты... Да что ты будешь делать-то, а? Слушайте, это невозможно просто уже. Вот тебе в упор обрезан. Нет? Не-е-е, зачем? Я всегда знала, что его трудно убить. Ну чтоб настолько. Так, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Слушай, мужик, умри. Слушайте, может пораньше загрузимся, а? Где мы тут? Где у нас тут что есть? Это что такое за сохранение? А, это начало. Начало Махача. А, ну да, с тремя лечилками, конечно, будет повеселее. Надо только этого года одного выловить оттуда как-то. Вот так вот сделаем. Думаем. Так, ладно. Ну, кто тут у нас был один храбрец? Так, ушел. Мы сейчас тоже уйдем. Сольемся по-тихому. Так, давайте сделаем сохраняш, потому что мы здесь неплохо справились. Теперь быстрое сохраняше. А у меня тоже есть Инграм. Блин, у меня же две лечилки было. Какого черта? Нет, 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 нет. Сволота. В голову, Макс, в голову целься. Слушайте, он неубиваемый какой-то просто. Давайте свалим отсюда. Я его боюсь. Он прям бежит за мной, смотрите. Вот как его убить? Не, ну его можно, конечно, убить, я его не раз убивал, но черт тебя дери. Он просто неубиваемый какой-то. Господи, слава богу. Господи, мы тут? Я почему-то думала, что мы там. У меня уже крыша едет. Спасибо, спасибо! Вы приятные
с вами познакомиться. Ну что, все? Я с девчонками больше не играю. Это нечестно. Я заметил хвост, как только отъехал от гостиницы. Это был большой черный Мерседес. Эту машину я уже видел. В прошлый раз при ее появлении начался большой фейерверк. Владимир вернулся. Пиф-паф, ты убит, Макс Пейн. Я мог бы засмеяться, если бы помнил, как это делается. Во что играем? В казаки-разбойники? Если вам что-то от меня надо, говорите прямо. Спокойно, Макс, расслабься. Ты знаешь, что все новости только и говорят о тебе. Вооружен и очень опасен. Я собираюсь сделать тебе исключительно заманчивое предложение. Обвинение было подстроено. Я не убийца. Это спорный вопрос. Так или иначе, что бы ты ни делал, у тебя были на то причины, да? Выслушаешь меня? Слушаю. Забавно видеть этих персонажей вместе. Учитывая... То, что Пунчинелло занялся Валькирином, мне здорово мешает. Чьи у них лица? Но это еще не все. У меня был приятель, Борис Дайм. Он выполнял кое-какие поручения. Он капитан грузового корабля «Харон». Недавно он переметнулся на сторону Пунчинелло. Корабль полон компьютеров, оружия, моего товара. Если Пунчинелло его получит, он выиграл, а я проиграл. А ты вообще пролетишь мимо денег. Если хочешь добраться до Пунчинелло, тебе нужны веские доводы. И я могу тебе с ними помочь. Верни мне корабль. Можешь мимоходом пустить пару пуль Дайму в голову, я не возражаю. Оружия там хватит, чтобы устроить конец света. Ну как, берешься? Такой сценарий грех не разыграть. Владимир был из мафиози старой закалки со своим кодексом чести. Это делало его чуть ли не хорошим парнем. Не святым, конечно, но кто из нас святой? На берегу реки в Бруклине выстроился лабиринт ржавых контейнеров. Такой ночью не можешь не думать о мертвецах, спящих на дне в аккуратных бетонных ботинках. В этом лабиринте не прятался Минотавр, но где-то впереди, на гремящей палубе старого грузовика, меня поджидал шкипер Харона, неумолимый, как старый паромщик у берегов Стикса. Стикс — река смерти, если кто-то не в курсе. Если я правильно помню. Эй, забыла про тебя. А, в общем, все-таки, да, память не подвела. Впереди нас ждет порт. Ненавижу порт. Кто бы знал. Так, стоп, здесь где-то кнопочка должна быть. Вот она. Ла-ла-ла-ла-ла-ли. Первый ушел. Второй. Прекрасно, у меня закончились пистолетки. Прям вот так вовремя. Замечательно. Так, ну тогда давайте, Дрободан. Что нам остается? Ла-ра-ра-ра-ра. Так. Стоп, дядя. Успокойся. Я не понимаю, он с обрезом или с дробовиком? По-моему, с дробовиком. Да. Отлично, беретта. Я слышу голоса, мне они очень нравятся. Так, по-моему, они не пойдут к нам, пока мы им дверь не откроем, поэтому... Перезарядочка не помешает, или здесь уже все само? Да. Давайте возьмем берету. Сохраняша. Это Пейн! Давай. Нет? Тра-та-та-та. Тра-та-та. Живучая обезьяна. Открывайся, дверь. Короче, что-то вы не помираете, поэтому... А, у меня закончилось привлез. Все. Так. Так, наверху один тунеядец. Так, он, по-моему, умер, да? О! Ла-ла-ла-ла, зачем я это сделала? Зря сделала. Черт с ним. Так, ну-ка, давай. Здесь ничего, что ли, был? Откуда
кто в меня стреляет, я не пойму. Ну, кроме вот этого, конечно. Так, этот готов. А, значит, это он просто в меня каким-то образом умудрился попасть. Ладно. Та-ра-та-та-та. Я помню, что здесь лежит. Эх. Так, ладно. Сохраняемся, идем дальше. Это я. Ой, не вовремя. Так. Я надеюсь, он там один. Блин. Ну, вроде да. Ой-ой, пожалуйста. Помпа в оружие замечательно, конечно, но мне бы обезболивающее не помешало. Давайте сделаем сохраняш. Вот здесь вот. А. Так, направо. Нет. В общем-то, можно было догадаться. Так, меня, по-моему, сейчас будут закидывать гранатами. Или чем-то таким. Да. Где он там вот? Ой, титская сила. Рикошет там такое что-то, что меня больше убивает, чем напрямую. Так, давай ты уже умрешь по зезе. Слушайте, ну это кошмар какой-то. Ну что это такое? Живучий обезьян. Слушайте, у него вообще такое ощущение, что ничего не попадает. Где я? Так. А, дешевле, по-моему, туда прям к нему выпрыгнуть с Инграмом. И вообще замечательно все будет. Тра-та-та-та. Тра-та-та. Шел. Мне казалось, их здесь больше должно быть. Но что-то как-то нет. Так. Я помню, что здесь в какой-то момент... А, вот-вот-вот. Здесь нужно будет управлять, по-моему, этими штуками. Как-то наверх нужно будет забраться с помощью этого. Не помню уже ничего. А, во. Так, сейчас, по-моему, побегут. Только побегут уже снизу. О! Прелестно. Все, я в раю. Я летаю, я в раю. Как говорила Рената Литвинова. Хорошо. Ой, не люблю это все. А, не-не, надо не забраться будет, надо будет... А-та, двинуть. Почему они сверху могут стоя спокойно меня убивать, а я должна даже наверху прыгать, как я не знаю, как уши на сковороде. Что за наглость? А-та-та, подожди меня. Так, лечимся, сохраняемся, берем оружие, бежим дальше. Ох. Господи, это я. Это все я. Так, тут никого. Ой, господи, еще до порта до этого. Пишарить. Прям до самого. Там еще... Ой, что-то рука зачесалась. Так, ладно. Ох, ты етицкая сила, я про тебя забыла. Бегу. Отсюда. Нафиг. Тут убьют. У! На-на-на-на-на-на-на-ни. Как вас много-то. Твою-то дивизию. Мне так нравится, как они ходят, свистят, а потом умирают. Благополучно. Так, хорошо, надо как-то поаккуратнее быть. А то я так бегу. Уже забываю, что здесь надо быть поаккуратнее вообще-то. Так, ну что? Ой, детская сила, где, что, кто? Так, вот один. Второй. Я где-то еще один должен быть, потому что там-то трое бежали ко мне.
Стоп, стоп, вот ты гад. Ты еще жив, что ли? Фу. Так, вот тут, по-моему, нужно будет пробежать поверху. Я просто помню, что в порту где-то что-то где-то поверху надо пробежать. О, хорошо. Да, жить стало немножко легче. Там, по-моему, то ли подарочек будет какой-то, то ли еще что. Если пробежать. Ой, уже бегут, по мою душу. Жалко, пистолетик там остался. Ладно. Я помню, здесь где-то есть лечилка. Если умело подняться где-то тут. Мне нравится, как Макс поднимается. Вот этот вот фирменный подъем быстрый. Вот здесь как-то туда, по-моему, можно где-то... Где-то тут, в общем, куда-то наверх можно забраться. И там будет то ли лечилка, то ли еще что-то. Я уж не помню ни черта. Я тут все излазила в свое время. Но сейчас я уже ни черта не помню. 8 лет прошло, боже мой. Если не больше вообще. Кошмар. Какая я старая. Кто откуда? А, кто опустил? Это ты сделал? Получи на щи. Так, что-то ни черта не видно. Слева, справа, слева, справа. Конечно же, справа. Вот там вот наверху. Сейчас эта фиготина меня, по-моему, поедет. Нужно будет быстро сваливать отсюда. Ну, в общем-то, да. Ну, замечательно. Теперь мы можем пройти вперед. Точнее, как бы назад, но это вперед. Мне так нравится вот смотреть, как пули прям мимо тебя пролетают. Офигеть, вы видели это? Не, ну это обалдеть, это как это? Это хамство. Ладно. Я почему-то думала, что я сохранялась после этого момента. Но, видимо, нет. Так. Первый пошел. Второй. Замечательно. Так, ну потихоньку, с какой болью, но мы идем вперед таки. Так, у него Инграм был. Это меня дико радует. Ой-ой-ой. Он там вот наверху, я знаю. Чуберетка его. Ну давай, ты умри, что ли? Умница. Так. У их там много что-то. Сразу двое, что ли? Или их там один был? Мне почему-то казалось, что двое. Нет, мужик, не сегодня. Мне сегодня до корабля надо дойти. Нет, один. Обидно. Так было бы. Ты взялся-то вообще? О, ребят, что-то вас много. Ужас. Он так появился внезапно. Здесь еще так темно. Мне еще отсвечивает. Я ни черта не вижу. У меня рефлексы чисто на звуки выстрелов уже. В мою сторону. Откуда вы знаете, что я Макс Пейн? Вы чего? Издалека увидели. Ой, птицка сила. Как-то печально все на самом-то деле. Мне бы кто-нибудь лечилку бы дал. Вообще, все-таки я не понимаю, почему они говорят метель, метель. Кстати, мост сейчас нужно замечательным образом поднять. Открой дверь. Дверь открой. Я помню, он потом откроет. Ну, в общем-то, да. Сейчас, точнее, даже с
спасибо, что я открыл. Почему-то сомневался, что это счет из химчистки. Рико Муэрто появился в городе явно не только для того, чтобы уладить неприятности клана. Об этом говорили вещественные доказательства номер 1, 2 и 3. Дипломат с деньгами, снайперская винтовка и конверт с одним единственным словом на листке дорогой бумаги. Мэр. Это не было похоже на заказ о мафии. Слишком уж холодно и слишком кратко. И женским голосом. А, ладно, они мне дали снайперку уже, спасибо. Она мне сейчас очень пригодится. Хотя надо, наверное, пока что повременить с ней. Потому что... Я прям даже не знаю. По-моему, она нам немножко попозже пригодится. Ой, этическая сила. Господи, а как это сделать? Господи, прицел как включить? Давайте посмотрим. Они мне там писали какой-то совет, но там заставка началась, поэтому... Так... Снайперская винтовка, это я вижу. Выстрел. Так, подождите. Не, ну подождите, ну как же, как-то это надо сделать? Выстрел, перезарядка, следующий, предыдущий, выбор оружия. Что-то как-то я... Слоупок, да? Правая кнопка, это у нас вообще другое. F, E... А, E. Отлично. Я не чувствую себя дауном теперь. Я знаю, что же за это отвечает E. О, идет, идет. Красавец. Ну и, в общем-то, сейчас он нас убьет замечательным образом. Или вот этот. Что-то, что мне ни одной нафиг лечилки не осталось. Ой... Чем дальше, тем страшнее, серьезно. Открой мне дверь. Еще сюда шла, мне сюда не надо даже было. Ну, впрочем, ладно, убить. Тех гадов никогда не повредит. Нельзя было этого делать. Точно, там же вода. Так, ладно. Ну-ка, а приближать как? Видимо, никак. Давай второй. Красавец. Ой, надо перезарядить. Мою сладенькую. Как же я... А, она сама перезаряжает. Господи, как удобно. Они сами перезаряжаются. Так, ладно. Главное теперь вспомнить. Где рычаг, который отвечает... Вообще-то он должен быть здесь, но что-то как-то... А, вот, вот туда, видимо, надо. Давайте, кстати, вот здесь вот остановимся. Сейчас нас пропустят. Пропусти меня. По-моему, вот это, кстати, что-то здесь должно открыться. Может... Не, ну, вряд ли, конечно, здесь. А, во! Все. В общем, ладно, давайте... Нет, нет, нам, нас так просто не отпустят, я так подозреваю. Ах, еще и промазала, блин. А что такое, я же в него попадаю. Вы издеваетесь, что? Это что за хамство вообще, вы видели, да? Точечка на него указывала, вот прям прямо на него. Какого черта? Не, ну это хамство. Здесь вообще-то как-то приближать можно. Но что-то как-то я не помню, как это делать. Еще там один. О, меня убьют сейчас. Так, что у меня с Инграмом? Ничего. О, господи, еще один. Я, конечно, понимаю, что... О, что здесь лучше бы взять снайперку, но... Черту. Давайте тогда здесь остановимся, действительно, потому что, ну, вы видите, что происходит. Короче говоря, в следующей серии, я надеюсь, мы все-таки доберемся, освободим этот корабль, закончим, скорее всего,
этот уровень, спортом, проберемся дальше. Может быть, даже найдем Мону Сакс когда-нибудь в ближайшем будущем. Потому что надо ее спасать. Она, конечно, свинота нас подставила, но спасти ее, я думаю, стоит. Вдруг она нам чем-то пригодится. Как бы там ни было, если вам понравилась эта серия, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Продолжим мы с вами в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Сэвн. Всем удачи и пока-пока.